Привет всем, друзья! Это Noob Hater, канал Let's Play Horizons, и мы проходим Resident Evil Revelations. Спустились мы в трюм на лифте грузовом, ну, в общем-то, и будем сейчас спасать Джилл и Паркера. Отлично, мы практически пришли на место. Тут много таких вот пузатиков. Ну ладно, сейчас мы будем разбираться со всем этим в процессе. Так, ну что, может рубильник нажать? Не, не двигается с места. Хреново. Так, ну что, надо нам заходить. Ящиком мы не сможем воспользоваться. Улучшайзером. Ох ты. Взрывайся. Так. Ты жива, отлично. Перезарядиться. Патронов практически нет, но там их затапливают, поэтому все равно, хочешь не хочешь, двигаться вперед надо. Правильно говорю? Че, с одного выстрела уработал? Я вот и подумал, что это какая-то фигня. Потому что на улице его работать нельзя. Какой-нибудь супер-дробовик бы не было. Ну, Г-36 решает. Да, ситуация. Конечно, напарница бестолковая. В принципе, как и все здесь. Напарники, поэтому не будем на нее так уж сильно грешить. Так, он один мутант вылазит задом кверху. У меня такое ощущение, что мы, ох ты ж, бля, охренеть, он меня сбил, блять, меня убили. Я, конечно, извиняюсь, но чуть их слишком много здесь было в этой комнате. И кроме того, не получилось у меня гранаты применить. Игра хардкорная, до жути. Блин, надо было думать как-то побыстрее. Охренеть, что нам начинать с самого начала? Ну, в принципе, не сильно далеко нам проходить, поэтому хрен с ним. Придется смириться со всем этим. Давай, пузырик. Лопайся. Отлично. Твою ж мать, нахрена я воспользовался. О! Как девку-то отнесло. Ты будь осторожна, дорогая. Охренеть! Вот это концентрация их тут просто огромная. Так, сдохни ты. Ворот! Так, давайте гранату кинем. Потом уже будем разговаривать. Так, 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 так. Я думаю, девчонка справится. Пока мы там анализы проводим. Что у нас здесь? Дробовик, отлично. Просто шикарно.
куча патронов мы нашли. Ладно, пускай пока тусят они там. Так, что еще здесь есть? Ох ты ж, бля. Откуда ты взялся-то, сопляк? Блин. Девка меня даже не удосужила защитить. Ладно. Простим ей это. Так, здесь вроде ничего больше нет. Ничего почитать нельзя. Интересного. Единственное, есть краник, но он не двигается с места. Ладно. Комнату обшмонали уже. Мы находимся на другом корабле, потому что, вы видите, здесь нет воды. В трюмах нет воды, а там было их очень много. Жрите. Ох ты ж, бля. Я думал, я все. Коньки откинул. Джессика, ну что ты тупишь? У тебя снайперская винтовка есть. Ладно, хоть так. Хоть как-то. Так, ну что, сюда пойдем. Не, сюда нам нельзя. Нам прям показывают, куда надо идти. Главный блок. Вот сейчас мы и узнаем, что здесь. По идее, здесь никого нет. Здесь просто сухо. Сухо. Да что ты говоришь? Королева Семирамис. Судно-близнец. Нормально нас так потрепали в этой главе. Но мы ее достойно завершили. Сейчас мы даже не знаю, кем будем играть. А за какую команду. Здесь у нас три команды в операции участвуют. Поэтому давайте продолжать. Мне почему-то кажется, что мы сейчас будем плавать. И очень-очень много. Королева Зенобия, вот она, наша. Переборки тяжело открывать под водой. Согласитесь? Но зато сейчас у меня есть... Идея, что нам нужно... Ой-ой-ой, так, надо всплыть. А не поздно. Так. Травка. Травка есть у нас. Ни хрена я не помню. Опа. Ба, отлично. Даже здорово. Так, нам еще одна труба не нужна. Надо всплывать, наверное. Поднабраться. Воздуха. Так, отлично. Попытаемся вот это, наверное, открыть дверь. Дверь закрыта, твою ж мать. А нахрен нам труба-то нужна? Чтобы что сделать, интересно. Так, давайте попробуем. Дверь закрыта. Дерьмово. Весьма даже.
Так, 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 так. Я мутнею. Надо вздохнуть свежего воздуха. Не такие уж простые у нас тут работы происходят. На самом дне. Кстати, мы можем пока что по журналу посмотреть, что нужно сделать. Это находится прямо рядом с нами. Насос какой-то починить, я хрен знаю. Гумы нашли. Не, это выше. Зеленого, это выше. Так, ну давайте думать. Здесь ничего нельзя нажать. Здесь аналогичная ситуация. А! Чё я туплю? У нас есть люк. Мы его сейчас взломаем. Давай, 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 Джилл. Хотя я должен Паркер заниматься. Что, сломали трубу? Так, еще знаем, где лежит одна. Так, а не здесь. Так прикольно между стенок проплывать. Все, вот мы и догадались. Надо просто взглянуть наверх. Давай, 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 Джилл. Отлично. Огромная решетка просто плюхается вниз. Ну, мы куда-то добрались все-таки. Где по суше? Я думал, нам дадут подсобрать ящики, не знаю, с деталями. Там одна коробочка золотистого цвета была очень интересная, считаю. В ней какая-то запчасть лежит. Я думаю, надо было бы ее собрать. Но я думаю, впереди нам удастся это сделать. Так, мы же там Штерном завелись. Патрон для винтовки. Оружейные патроны. Что ж, нас просто... Судьба подкидывает нам сюрпризы. Так, это что? Все закрыто. Так, ну окей. Тут аналогичная ситуация, по всей видимости. Ну, даже нет смысла проверять, красным горит и горит. Ладно, возвращаемся тогда в обратную сторону. Пойдем туда. И уже будет видней. Там что делать. Еще качать, вот он ящичек один. Так, так, так. Где ты, дельфин? Паркер, ну не стой ты как осел. Так, это не работает. Просто убежим от этой дряни. Ну, а рыбки убиваются, в принципе, очень даже неплохо. Так, так, так. Ах ты ж, дрянь. Все. Наконец-то мы на суше. Так, а где Паркер-то? Паркер здесь. Так, а ты откуда взялась? Пиранья. Мутировавшая. Ничего, электричество включено, можно работать. А, будем сейчас откачивать воду или что делать? Все, загерметизировали прям в идеал. Все работает.
Что-то в радиорубке? Или что это? Что, поднимаемся наверх? Да, по всей видимости. Да, те ящики мы сможем только попробовать. Ага, урон. Неплохо. Неплохо, я скажу. Так, на дробовике у нас что по патронам? Так, 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 так. А что думать? Есть урон. Я даже не знаю, что мы будем апгрейдить. Дать, наверное. Да даже не знаю, есть ли смысл. У нас есть автомат, боезапас, критический урон. Урон давайте поменяем на такой поболее прокачанный. Скорострельность. Урон. Не знаю, есть смысл ставить ли оглушение. Так, сила пули. Ну, давайте определенно мы сейчас снимем. Так, это тоже уберем. Значит, сюда поставим мы. Ай, скорость либо нельзя поставить. Блин. Давайте сюда доставить скорость. А, она у нас есть. Оглушение поставим. Все остальное у нас как бы есть. Ладно. Погнали в таком вот сетапе. Я думаю, у нас все получится. Даже если я криво что-то распределил. Так, валим. Не будем мы с ними там стреляться. Пускай Паркер порезвится, если ему нравится. Опа. Блин, как достать их? Они его даже не трогают. Вот. Боеприпасы прям в открытую лежат. Но я думаю, это будет впереди, когда все судно у нас подзатопится. Так, ну чё. Паркер, ну ты чё, давай. Чё стоишь-то? Поехали. Жаль, нет у нас карточек. Наконец-таки Крис понял, что они не на том корабле находятся. Да. Так, ну теперь они вылетают на настоящую королеву Зиновию, по всей видимости, правильно? По идее-то больше вариантов нет. Так, ну а мы двигаемся в холл. Так, и чё, как мы пойдем-то в холл? Давайте подумаем. Есть у нас карта. Как это лучше сделать? Так, там вот золотая коробка лежит. Она мне прям душу
Мою все скребет. Как мне хотелось ее достать пораньше. Твою ж ты мать! Жри ты гранату. Может быть, он не такой опасен, как на самом деле. Просто я запаниковал. Использовал драгоценную гранату. Ну ладно. Так, ну мы вернулись опять. Наше казино. Вроде все нормально тут. Эту дверь бы открыть. Там наверняка какие-нибудь ништяки есть. Ну, мы ее открывали за Криса и Джессику. Точнее, ее выбили. Два ужасных. Две ужасных рваной туши. Так будет правильней. Че, мы, в принципе, в фото пришли. Да. Да, я слышал это дерьмо. Так, нам надо в лифтик, наверное, запрыгнуть. Если он работает, конечно. Что? Интересно. Давай. Ходи. Интересно, где этот Ред? Ох ты ж, бля! Охереть! Какой-то босс! Что это такое? Ох ты ж, бля! Так, где моя снайперская винтовочка? Хитрый-хитрый, сукин сын. Не то слово. Ну, снайперка сейчас даст ему прикурить. Там у нее урон не кисленький. Мало этой парни не покажется. Сейчас она просто лифт нас скинет, по всей видимости. Тут ей одного выстрела хватает. И она начинает беситься сразу. Так, где ты? Блин. Так все патроны потратим. Вроде слезла она с лифта. Сволочь. Освободила она наш лифт. Даже не знаю, что это за хрень была, честно говоря. Просто непонятно. Какой-то глаз. И как будто панцирь. Так, ну чё? Почитать есть что? Пулеметные патроны. Так, ничего нет, ни отпечатков. Вообще ничего нет. Так, ну здесь какая-то бойня будет. Такое ощущение просто. Так я догадался. Охренеть. Ох ты ж, бля, вот у него молоточек-то.
Но он довольно-таки так неповоротливый. Думаю, подросткам по этим бить. Он еще и тупой, к тому же. Практически как я. Назад отойдем. Так, подлечимся. Надо было, наверное, дробовик взять. Ладно. Что-то он в угол забивается, боится, что ли, стесняется нас. Это... целится... Ах ты ж, бля, ну и у меня не получается от него просто. Так, давайте перезарядимся. Своей булавой. Сейчас он на... Твою ж мать. Ну, выдерживаем мы, собственно, два прохода его. Ну, какой злой. Так, так, не злись. Говнюк, ну он слишком большой для этого помещения. Ты хочешь, не хочешь, а один хер он тебя зацепит. Используем весь арсенал, который можно использовать. Так, я ему могу врезать? Нет, не могу. Так, давай, отойди назад. По идее, у меня СМГ поболее прокачанный. Так, поднимайся. Какую-то он в другую стадию вошел. Так, тогда побежит. Отлично. Первый раз я от него уклонился. Наверное, не самый сложный босс, я так чувствую, в игре. Так, что у нас есть? Конечно, неповоротливый. Ну, довольно-таки прикольный. Такой выродок. Так, ты что творишь? Так, вставай, Джилл. А, обманули. Дурака. На 4 кулака. Я думал, что я его этим удивлю. Так, стоять. Блин, какой же он вредный. У нас кроме снайперской винтовки ни хрена больше нет. Ну, есть еще патрончики. Били. Били этого мудилу. С большой булавой. Ладно, гранаты соберем. Подсоберем все это дело. Так, обследовать его можно? Плюс 7 всего. Охренеть. За такого бы я побольше бы давал. Ну ладно. Так, это что? Пивные баночки. Такую довольно-таки... Неоднозначно у нас был бой. Вроде легкий, вроде бы тоже потратились неплохо так. Но сейчас все восполним. Более чем. Антенна починим, окей. Сейчас Паркер все мы сделаем. В лучшем виде. Так. Что-то здесь есть. Отлично. Так, пулеметные патроны. Сейчас еще глянем. Ладно.
Так, ну что, друзья, вот мы подошли к концу нашей серии сегодняшней. Думаю, Антон, что мы подчиним ее уже в следующей серии. Хрен выговоришь. Вот, и дальше будем двигаться по этому кораблю-призраку. А на этом, я думаю, мы прекратим. Поэтому всем до скорых встреч, всем пока, всем удачи.